необычный случай в субботу. Гармошка ЛИАЗ 6213.22 на маршруте 626. На том маршруте, где обычно работает, во-первых, 5-й автобусный парк. И сугубо на ЛИАЗах 5292. Причем новых ЛИАЗах. А это у нас гармошка из филиала Центральной, площадка на Парке Победы. Довольно-таки редкое и необычное явление в Крылатском. Ну а мы сейчас поедем с вами, друзья, в Строгино. Все это происходит в том числе из-за нехватки ресурсов, собственно, в самом 5-м автобусном парке, что в итоге машины с основной площадки, то есть филиала центральной, то есть площадки на Парке Победы, вынуждены закрывать открытые выхода на маршрутах 5-го автобусного парка. Такие как порой М3, 626, С-344 и другие.
Сокрулацкие холмы, дом 32. Следующая остановка – центр досуга Кунцева. Следующая остановка – дом Брита.